Если вы не знаете, что делать, такой совет хороший. Сделайте первый шаг или сделайте следующий осмысленный шаг. То есть первый осмысленный или следующий осмысленный. Потому что обычно наши коллеги говорят, ой, а что будет дальше, что будет дальше. Вот в конце будет одно и то же у всех. Не думайте об этом. Вот. Просто не думайте, что будет там в конце. Думайте о том, что вот прямо перед носом. Вот это как в отношениях. А что будет дальше? А в конце концов все расстанутся. Правильно? Вас это как-то удивляет, что ли? Некоторые люди расстанутся в момент смерти одного из партнеров. Большинство расстанутся гораздо раньше. Это будет в конце, это очевидно. Вот просто делайте то, что сейчас по кайфу. Почему нет? И как что будет после того, как я куплю машину? В итоге она сгниет, если не разобьется. Вот что с ней будет. Я вам открыл Америку.